Так, правила игры. Я решаю, кто прав, я решаю, Так, кто не прав. ага. Вы разговариваете только с моего разрешения. Я не знаю, что, какие вообще правила, я забыл уже. Короче, мне надо просто... Насколько сильно мне придираться к ответам? Ответ, если на 50% правильным, не засчитывать его как правильно? Смотри, допустим, музыка, да? Можно... Либо сказать название исполнителя, песни, либо название. Либо, да. Да, и все, хотя понял. Бы, чтобы он спел какую-то часть. Да или... не, а ну если... спел какую часть, спел, это не. Нет, спел, да хуйня. Ну, ладно, а ладно. если, например, там какое-то предложение, там, знаете, не просто там, например, ну, какой, как сказать, название фильма какого-нибудь, типа, «Поезд в Бусан», бля, а там какой-нибудь, ебать, какое огромное название, он просто назвал, типа, частички из этого предложения. Ну, если он хотя бы... Некоторые части названия. Ну, если он хотя... Да, если короче, он хотя я вам засчитаю назвал, балл, я вам засчитаю балл, если вы мне расскажете, что в этом фильме происходит. Хорошо, хорошо. Ну, ты там дальше уже будешь доебываться. Ну, если это пиздец очевидно всем, и он сказал неправильно, то, мне кажется, надо... Ну, да. Минусовать ему. Только давайте так, без обид, блядь. Я никому не испытываю никаких теплых отношений, вы все гондоны. Я ко всем отношусь абсолютно одинаково. Поэтому без обид, блядь, без начислений. Сейчас не смотрим знан, блядь. Все, давайте, ребятки, я готов, вы не знаю как. Все, let's go. Погнали. У меня немного с дикцией и с прочтением слов очень плохо, потому что я очень быстро читаю. Похуй, не на корову же играем. Кто? Что за дальше? Это я. Аниме, а вот и темы. Время. Аниме, время, деньги, детские игры, зарубежная музыка, наши молодости, литература, музыка игры, музыка из фильмов, немного истории, персонажи, правда или ложь, прекрасное кино, привет из 90-х, русская музыка, наши молодости, сериалы, старые добрые мультфильмы, термин экономики, эмодзи, я узнал из 1000. Блять. О май гад. Первый раунд. Первый раунд. Так. Поехали. Кто будет ходить вышла первым? Вышла CG... Ой, блядь. Дальше нажимай. Что с тобой, блядь? Я вот печень выплюнул, блядь. Детские игры. Давай. Я узнаю их из 1000. Привет из 90-х. Время, деньги. Привет из 90-х. Это прознато, блядь. Русская музыка нашей молодости. Да, кстати. Немного истории. Какой вы выбираете, дорогие друзья, что вы хотите видеть? Кто должен кому-то дать? Человеку, да. Так, давайте так. Я загадаю цифру от 1 до 100. Кто будет ближе, тому и дам ход. Давайте. Я загадал. 52. 28. Сколько сказал Ураган? 52. Дальше. 28. 75. Дальше. 3. Красава. В Чабекс выиграл. Цифра была 77. Ебать. Давай, что ты выбираешь, Шляпикс? Давай. Ваш ход, не Леон. Русская музыка. Вопрос с секретом. А, я должен ответить. Шляпикс, кому вы отдадите вопрос? Ну, блядь, наверное, знат хуже всех знает русскую музыку. Русская, зарубежная музыка нашей молодости стоимостью за 400. Блин, я-то песню знаю, кто исполнитель, откуда я знаю. Типа, он в АФК. Ну, конечно, Ace of Base, all that shit, чё ты там нахуй в рот, ебал. Вот, на это бы никто не ответил. Да, время, деньги, Знат. Знат, выбирайте вопрос. Давайте, привет из 90-х за 200. Привет из 90-х за 200. О! Быстро, что это такое? Это невероятно легкий вопрос, невероятно. Тамагочина? Тамагочина? И вы правы! Ебать, это что за шлярва? Нахер нам это надо. Дальше, блядь, как? Дальше можно нажать? Можно я дальше нажму? Ничего не сломается. Сломал? А, нет. Так, Шляпикс, привет из 90-х. Что? Ебать, что это такое? Блядь, это... Я знаю, но как это... Не, погоди, смотри. Эта штука, которая, типа, она желейная была, ты ее вот так вот метаешь, и, типа, это по факту, типа, лапа на резинке резиновая. Ураганчик. Но она еще прилипала. Это все понятно. Вот как это называется? Прилипало? Я вам дам подсказку. Нет, слово состоит из 5 букв. У меня в голове подсказка для всех. Слово из 5 букв. Хорошо, скажи мне, какого она состава и как она выглядит. Ну она как желешка такая, типа лишка. Так, 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 ближе. Название, ты почти близок. Вот отталкивайся от слова. Желенок? Ты долбоеб, что ли, блядь? Переформулируй слово. Если не ответишь, я тебя засчитаю неверным. 5 букв, блядь. Кого? Все, к сожалению, нет. Бля, увы. Везун, может? Это все правильно! Да какой нахрен везун? Вы про как заначислить сотку, как? Это не лизун! А почему он в виде кулака какого-то, ну, блядь? Я помню, у меня спайдермен был, блядь. О, я могу доначислить сумму, все, я доначисляю шляпик с 300, блядь. Не, я же не нажал. В смысле, он не нажал же, не нажал. А, поебай, блядь. Ладно. Не, ну хотя я согласен. Так, фильм время буквально в смысле заменяет деньги. Давай, быстро. Время. Знат? Я же писать должен.
Нет, ты можешь озвучивать. Ну, скажи, время. Брат, можешь разговаривать, тебя никто не запрещает. Все хорошо, выдохни. Знаю, все хорошо, спокойно. Так, это что сейчас было у нас в категории «Время деньги»? Так, это было у нас... Давайте немного истории. Немного истории, невероятно. Что является религиозным символом христианства? Крест, нахуй. Да невероятно, как ты это делаешь, блядь! Вопрос за что? Это лучший игрок данной игры. Грех не ответить было. Бля, походу я ливаю, блядь. Немного истории, 200 баллов. Когда произошла Куликовская битва, дата и год. Ух, ебать. 1742, смотри. Почти. А вообще никто не нажал. Нет. Блядь, мы не умные. Дальше, ход за шляпиксом. Какой вопрос? Детские игры. Озвучивайте, блядь, что вы выбираете. Чтобы... Игроки чертят ножом круг и делят его между собой на равные части. Самые крутые ребята кидали нож за лезвием из носа или ногтя, блядь. Бля. Что, блядь? Новый гейм. При втыкании его на чужую территорию игрок бросал. Я скажу, как у нас это называлось. Ножички просто называлось. Ну да. Да, у нас тоже это вообще так называлось. Я хуй знает, правильно это? Да. Дятел. Нет, ну просто, как вы видите. Ну вон, ножички написаны. Шляпикс вырывается. Просто. Так я ему засчитал. Хорош. Да, да, да. Шляпикс вырывается у нас. Просто недогонимые лидеры. Персонаж из игры! О! Бля, это настолько изи, вы чё, ёбнулись? Конечно, когда ты ответ знаешь. Кузя! Красавчик! Бля, детский игрок жизни. Аси начинает догонять шляпикса! Аси открывает свой счет 100 баллов! Что вы играете, Асылжан Абилаким? Привет из 90-х за 300! Привет из 90-х за 300! Что это такое? Пакет! Нет, нет, это не чтобы надевать для голову, это не модная шляпа. Авоська. Ничего себе, как я он это не делает! Тебе 50 лет. Я 70-го года рождения. Свет, у нас открываются невероятные тайны со стороны участника. Невероятно. У нас сломалась игра? Ну телом и духом остался, да, как будто 97-го, да? А у меня видоса нету. А почему у меня ни видоса нету, ничего нету? Обновил, не знаю. Только текстов. А Голя не может как... Крыса, стой, бля, что? Как крыса? Их мать объяснение детской игры, бля. А Голя не может как крыса стоять, бля. У нас это стоп-земля называется. Да, 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 стоп-земля. Я помню, я так упал, бля, со второго этажа горки, ебать, когда я прыгал. Чуть ноги себе не сломал. Известный актер. Не особо известный, как мы поняли. А, нет, это очень известный, я понял, кто это. На Джонни похож. Киану Ривз. Сука. Вы молодец! О, фига, я не дебил. Да ладно. Ну, с этим фактом мы поспорили бы, но... но не в этой рубрике. Персонажи игры. Прям на имя ее должны назвать, блядь. Хотя бы скажите, из какой игры, если... если назовете либо из игры, либо из... Давай, давай, давай. Киберпанк, киберпанк, киберпанк. Ладно, ладно. Чего, блядь? Ну это, не, это изи было догадаться по графике, блядь. Ну да. Я, тоже ну, я просто еще играл, но имя давай, на имена дальше из тысячи. Давай, давай. Я глаза запомнил. Вопрос со ставкой. Ну-ка, что сделает знак? Поставит ли он свою шубу, либо цепь? Сука, у меня номинал как только, поступит, блядь. Как поступит, блядь? Как поступит знак? Ва-банк, нахуй, блядь. О, хорош! Вот это настоящее. Как это называется? Бля, давай, давай. Как же изи, блядь. Какую же... Просто хотя бы одно название из этих миллиардов. Как это называется? Стикеры или как? У них нет стикеров, у них миллиард названий было. Ладно, это фишки. Сука. Какой гандон, какой гандон на пляж шляпится. Сразу видно, за Леону играет крыса, ёбаная. Сука, ва-банк, блядь. Пустак скачет, блядь. Это последний. Так, вопрос со секретом. У девушки есть хуй или нет? Отдай ей урагану, а что-то он сидит просто. Так в смысле, у меня сотка есть. Спасибо. Сейчас будет еще сверху. На гару? Что за... Некоторые видят, а некоторые нет. Я чисто через стрим урагана смотрю, блядь. Советский мультфильм. Ебать, там рог вырос, блядь. Не, я не могу что-то сказать. Что это такое? Какой ответ? Что это, блядь? Блядь, я не знаю. Я не знаю, что это. Минусуй. Это по Сидорову Вову! Чего?
Про Сидорова, Вову. Нет, нет, он не педагог, он Сидоров. Я узнаю их из тысячи. Ёб твою мать, это Джонни, блядь? А, музыкант. Это этот, блядь, который недавно камбэкнулся. Кто? Носатый, который недавно камбэкнулся. Ну-ка, кто это? Коксимирон. Это Мирон Янович! Ёбудо. Блядь, ну он... Едь, у него нос больше, чем, блядь, пол ебало. Можно, блядь, вообще... Я просто эту фотку тоже видел и нажимался к его. Что это? Аси! Аси! Ну это моё, естественно, блядь. Незука, блядь. Сейчас, прикинь, долбоёб. Ага, конечно, блядь, думаешь я. Я хотел сказать, что долбоёб, ну ладно. Ну не настолько, брат. А чё с Нагару произошло, блядь? Почему у него было 200, почему у меня 400? Так он же на секретный этот не ответил. Поехали. А вы запоминаете? Ёбани в рот. Ёбаны в рот. Это переносной фотоаппарат, блядь? Не, погоди, фонарик? Это фонарик, когда ты сзади вот так вот крутишь, и он типа этот, он тебе светит. Ну, слово фонарь прозвучало. Хорош. Все нормально. Я выбрался, что это. Так, значит, вот сюда. Игра футбольным мячом. Игра футбольным мячом, 5 раз на ноге, 5 раз на коленке, 5 раз на кулаке, что, блядь, 5 раз на голове, потом 10 раз, потом 15 и так далее, мяч упал, ничего не... начинается следующий. Бля, игра ведется до любого круглого числа по договоренности. Бля, я играл в эту хуйню, но я забыл, по-моему, лесенка называлась, но я, может, ошибаюсь. Лесенка в на турниках, блядь. Нет, 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 это называется пингвинчик. Лямбда какая-нибудь. Серьезно, пингвинчик? Что это такое первый раз? А, реально, пингвинчик, блядь. Пингвинчик. Там написали, там тебе чупик сказали, ты чё, ебабу? Игра футбольным мячом, 4-4 квадрата. Ой, блядь, ну это же очень... Ножка... Ножка 1 очко, коленка 3 очка, голова 5 очков. Набив 10 очков, и ты следующий пропускаешь мяч, то вылетаешь. Квадрат? Квадрат? Конечно, конечно. Ква. Название состоит в самом слове. Ой, что я сказал, бро? Ебать ты подсирала, написали. Кто? Я? Да. Но? Я на футбол ходил. Тыкай. Грех не знать. Шоу на MTV, где люди творили всякую дичь на время и за деньги. Блять. Чего? Бля, я могу ошибиться, но голый смешной, может? Деньги решают все. Помню это шоу, но название... По-моему, так называется. Деньги решают все вроде. Первый лям, блядь. 8. Пиздец. Биллу Гейтсу лет, когда он заработал свой первый миллион. Да хуй его. Ебать, 26. 26, дорогие друзья. Знать, тебе уже 27, ебать. Время задуматься. Да такое. Да мне тоже скоро. Где и когда появились первые бумажные деньги? О, это, кстати, очень изи вопрос. А, блядь, Китай, наверное, какой-нибудь. Блядь, кстати, я не думал о Китае. Ну да, ты прав. Я подумал о этой, как она Египет, называется. Папирус? Нет, не Египте. Это не в Египте. Короче, до какого-то года, не помню, по всему миру были монеты, и потом кто-то решил, что как бы монеты таскать и купить остров за монеты, типа, очень сложно, потому что слишком духая монет, и придумали бумажку. Я не помню, то ли в Венгрии, то ли в Швейцарии было, не помню точно. Давай. Я когда историю читал, создание денег. Самый богатый человек нашего времени. Глава Амазона. Блядь. А какого? Кстати, может быть, даже создатель не знает настоящего. Глава Амазона. Да. Смотря когда пак вышел этот. Глава Амазона. Вообще-то я готов поспорить, но хорошо. Илон Маск. Я вообще считаю, что самыми богатыми. Говори, да, ты типа я самый богатый. Он реально Илон Маск. Рокфеллер и Рокшильда, блядь. Не знаю, мне кажется, самый богатый Рокфеллер и Рокшильда, блядь. Потому что люди просто владеют всей нефтью на земле, блядь. А вторые, блядь, властители банков. Парашин. Я ебал, блядь. Не знаю, что угадываю. Татьяна Буланова, вы что? Ебать, хуя. Давай без этого, без музыки. Какое время, какое имя в истории получил царь Иван IV? Блядь. Грозный? Эй, а чё он грозный, блядь, я не понял. Бля, реально? У него нутеллы не было в то время, блядь, поэтому он грозный, блядь. Как интересно. Немного истории, вопрос без риска. Какой памятник является символом города Санкт-Петербурга? Давай. Ну это изи вопрос. Ты как раз там живёшь. Так чё, как отвечаешь? Ну не знаю, памятник Петру Первому. Конечно. А, нет, стоп. Блядь. А я не знаю, это Петр Первый или нет? Скорее всего, нет. Но это Медный Всадник тут написано, я хуй знает, кто это. Не, это не Петр Первый. Медный Всадник. Ну и хуй с ним тогда. Единая Россия. Какая? Сюда после распада СССР никогда больше... Бля, с кем я играю? Дедишки, блядь. Чё вы сказали?
Бля, реально? Что еще раз? СНГ. Я не слышу, повтори. СНГ. Отчетливей. Давай полностью. Ладно, ладно, дадим мы ваш, блядь, что это за хуйня, ты просто пиздишь с ноги, блядь. Русская музыка нашей молодости. Да, особенно моей молодости. Там было Вась, блядь. Там было у тебя в твоей молодости Кадиллак, да? Да. Если это я знаю, кто исполнитель, без понятия. Да либо Бутырка, либо Петлюра. Ебать, осуждаю на всякий случай, блядь. Ну это реально осуждать надо. Блядь, а слова в песнях вас вообще не напрягают, блядь? Какая Татьяна? Нет, тут вообще слов не было. Кто? Овечкина, блядь? Скипни нахрен это все, мы все равно не угадаем. Мало ли знат угадает. Ага. Ой, значит, уж поновей пошло. Скипни. Опа. Русская музыка, даже молодости вопросы. То есть, чудик забирает себе вопрос. Ха-ха. 500. Посидак у меня. Слушал. Я помню. Ваш ответ? Благовайт. И вы были вот, ну, чуть-чуть совсем не туда. White Black, наоборот, надо было. Ну, о, термины экономики, погнали. Не выплюнул, блядь. Сериалы! Сейчас опять для меня ничего не будет, да, показываться? Просто секретом. И? Какой бред? Кому отдадите вопрос? Давай, казах. Пошел нахуй! Он хочет, чтобы ты его догналась. Блядь! Это баба Скуби-Ду. Не-не-не-не-не. Это рокеры мыши из Марса. Бать, что? Почему ты как Йода ответил на этот вопрос? В смысле, как Йода? Рокеры мыши из Марса. Ты вообще неправильно слова расставил. Мыши рокеры из Марса. Да? Ну, блять, короче, похуй. Рокеры мыши из Марса. Сотни людей, которые очень нуждаются в деньгах, соглашаются на участие в странной игре на выживание с огромным денежным призом. Блять! Игра в кальмара. А блядь, типа... свежий пак. Это где? Свежий пак? Видимо, да. Ну, да. Я так надеялся, что это планета зверей, бля, прям вообще. Поехали дальше, ебать. Ебать, Аси меня догоняет. Агент Субура, странные и необъяснимые, часто магические паранормальные случаи. Один верит в пришельцев и пытается найти свою сестру, которую якобы похитил инопланетянин. А другой ко всему относится скептически и верит только доказательствам, которые можно проверить в лаборатории. В то же время существуют скрытые силы в правительстве, которые пытаются помешать ему узнать окончательную правду. Бля, я, кстати, не знаю, тут Серега. Блядь, это что, сверхъестественно? Нет. Я представляю, что это. Представляю. А, нет. А, да, где они по ангарам шляются, типа. Сериал рассказывает о специальной команде, которая должна прилагать все усилия для того, чтобы супергерои могли остаться в строю. Ведь они с виду привлекательные и уважаемые люди, а на самом деле многие из них любят выпить, не прочь побаловаться наркотиками и даже с головой уходят в пучину секса и разврата. Аси, ты знаешь. Я знаю. Я знаю, что это? Я тоже знаю. The Boys или же Пацаны. Да. Я вот единственное знаю, то, что там челу просто взрывчатку в жопу засунули, и все, что да, они бля, оттуда. Как жестко было, осуждаю на всякий случай. Приехав в небольшой российский городок, чтобы навестить старого боевого товарища, майор Карпов Беритов становится свидетелем страшных событий. Местное население, простые люди, лишены прав, и достоинство растоптано. Главный герой остается либо пройти мимо, закрыть глаза, либо начать действовать, пробовался, блядь, прочим властью системы, годами оттачивать и набрать смертельную силу. Я не знаю. Это правильно такое? Это нет, но, скорее всего, это «Майор Гром», блядь. Так это же сериалы. Да. «Майор Гром». «Майор Гром» — это фильм. А, да? Ну, значит, я обосрался. Шляпик, ну вы, конечно, прям вообще... Это кремень, блядь. Чё это такое? Блядь. Вы, кстати, узнали актера? Ну да. Зелёный слоник. Там же написано «Джейсон Стэтхэмс». Джейсон Стэтхэмс. Ой, ебать, давай на. С вопросом. Ахи, давай вабадык, а? Блин, я не могу даже вставить. Ты что, долбоёб, ты мне в миску насрал. Бля, изи нахуй сюда, ебать, маска, блядь. Смазка? Ещё раз. Да. Бля, надо было вабанк идти. Маска? Маска. Ещё раз, блядь. Дьявол там ещё у него. Маска. И что там происходит? Там, смысл, что происходит? Видишь, ты сам, это Джим Керри, блядь. Джим Керри, который, блядь... Я тебе не зачитаю баллы, если не расскажешь. Ну пошёл нахуй, блядь, никому, блядь, что ты... Говори, блядь, что происходит? В смысле, что там происходит, блядь? Он маску одевает, ебать, охуенные вещи творит, блядь. Потом будет злодей, который хочет её трахнуть девушку, блядь. За охуенные вещи, да, какие 3700, казах, вы что творите?
Бля, ебать, мне повезло с Москвой. Я честно на сериалах вырвался. Знат, прекрасное кино, это твоя тема. Там еще аниме будет, блядь. О, ебать. А сколько раундов? Опять миллиард, как в прошлый раз? 3 или 4. Ебать. Бля, я это смотрел, по-моему. Крепкий орешек, let's go. Бля, вы издеваетесь? Вы этого не знаете? Не. Я знаю вот этого чела из ТикТока чисто. Челентано, блядь, но я хуй знаю, что за фильм. Хорошо, скажите, что там происходит. Весело. Ну, блин, вы рофлите. Всем домашнее задание посмотреть этот фильм. Нет. В смысле нет? Это лучший фильм. А тихо-тихо, осуждаю, блин, тихо-тихо. А, да-да-да. Фу, блядь. Джентльмены. А можно я этот фильм посмотрю, блин, на стриме? Да, я хочу посмотреть на стриме, похуй. Бля, я пока нахуй там этот... А я, у меня есть пищалка есть, мне пофиг. Нет, я хочу на стриме посмотреть, похуй. Нихуя. Блять, Тата! Пересмотреть этот шедевр. Что? Тата, что ты там делаешь? Ну чё вы доебались, я был молод, мне нужны были деньги, блять. Что это, блять? Пиздец, зато смотри, как отыгрываю. Это вы про главного героя, блять? Я всю душу вложил в эту роль, блять. Ебать, он ножку пытается открыть, блять. Всю душу, ебать, сука, вы не оцениваете, я без ног, блять, ползу. Ебать, это сейчас будет называться как-то какой-нибудь... горилла из этого. А, ну почти. Ебать название, блядь. Если вы сказали оборотень, то я бы дал бы вам балл. Бля, это очень изи, ребят. Бартер. Красава. Неудивительно, что он... Главное, все так напряглись, молчат, блядь. Блин, меня вынесло такое чудо. Можно я баллы? Хуйня, бля, я заработаю. Бля, это такой криповый мультфильм. А, я понял, что это. Это там про космос же. Блять, что это? Так, дальше. Сейчас. Там Говорун был еще. Дальше. Бля, кто главный герой? Он, вот этот Кент слева. Вот этот мальчик. И у него была птица Говорун. Вот это... Ладно, все, защиту. Чего он не нажимал? А зачем ты в натуре пиздишь до этого, блядь? До того, как... Ты спрашивал? Нет, типа молчите, потом. Ты спрашивал. Вот. Это я знаю. Нет, Ася, это не то, что подумал. Нет, я знаю, что это, блядь, это оно. Ася снимался. Процентов. Это 100% оно. Это 100% оно. По рисовке узнаю. Мы потеряли вес. Незнайка. Бля, я помню просто в детстве. Я вот верите, я не один из... Я только, ну, погоди, блядь, смотрю. Блядь, как там полностью название сейчас пытаюсь вспомнить. Ебать, какая хуйня. Я знаю название. Я так боялся его смотреть в детстве. Давайте кто ответит быстрее. Happy Tree Friends. Хорош. Неправильно. В смысле? А, блять, хуй его знает, я не помню название. Я только из ТикТока знаю эту штуку. Ну, я смотрю. Вот это Кент справа, по КД его пытается убить, но в итоге все получается наоборот. Не, я название не помню, блядь. А я тоже не знаю. Ну, бля, он всегда его пытается убить, но не получается, такой себе, бля. Ну, не знаю, ладно, чё, не, засчитывай, нет? Не засчитывай, нет. Типа, это можно, это, блядь, по факту тот же Том и Джерри, но только на, ну да. С другими персонажами. Да. Ну, типа, я не знаю название. Дропи-дупи-ду! Знат, ты как там вообще? Ты мурлок, блядь, что с тобой? Я знаю. Фак, я не помню, только первое. Я знаю название. Паровозик Томас, блядь? Почти. Хуй, блядь, что это? Чипик, ты полная знаешь что-то того? Да, это Паровозкин, эта штука, шва по карусели, это чел, типа, объяснял, что там надо делать. Не, погоди, как зовут этого мужика? Почему-то у меня в башке не имя, а нахуя нажал-то, блядь? Паровозкин. Потому знаю, что Паровозкин... Как? Ты даже неправильно называешь. Ты окончание неправильно говоришь. Бля, что делаем? Ответ. Что делаем? Ну давай тогда Чупику, ладно, считай, это ж неправильно. Бля, нахуй ну нахуй нет, делать неверно? Нет, неверно. Блин, солидарные люди. Да потому что... Ты нахуй нажал, ты баллы потерял. Это Аркадий Паровозов. Красава, бля. Аркадий.
Вы вообще первый раз, прикиньте, зарубежные музыки. А, я разбираю, вот, давай, отвечайте, экономист. Биткоин. Статистика, нахуй. СМИ. Хочу утопить себе, брат. Да, да похуй. Ответ какой? А, бля, у меня микрофон выключен. Статистика, он говорит, статистика. Статистика. Бля, что это такое? Аналитика. Чарты, это чарты ВК. Чарты, это, блядь, айфон. Выбирай знак. Да из какого-то русского сериала чисто в конце, когда кто-то погибает, и там идет чел такой. Вот так вот. И только в самом конце мы поняли. Лейнуар, блядь. Все играли? Я хотел почему-то сказать. Я зашел на 20 минут, когда эпики подарили. 20 минут поиграл, вышел. А че, не вспомнил музыку, бля? Бля, сюда нахуй. Кто успел первый? Майкл Джордан. Майкл Джексон. Уф, легко, 800, ой, или сколько, ну моё, короче. Джонни говорит, я под этот трек вчера в бильярд ебал, говорит. Только мы шары загонял, Джонни. Бля, бля, пизду это читать ещё, нахуй. Бля, Джонни свои шары загонял, бля, туда. Раз он ебал. Пенни. А? Пенни. Ну, Пенни, ну да. Пенни это из Brawl Stars? Что? Там Пенни, да? Рэп отсутствует долгосрочная память, правда или ложь. Погоди, смотри, у всех рыб или у какой-то? Тут написано рыбы, блядь. Значит, обобщенно. Ты мне тут зубы не заговаривай, ебать. Он, бля, гуглит, что ли, блядь? Ну, пусть будет, ну, смотри, короче, пусть будет правда. Ну, ебать, типа, здорово. Нет, это типа минус, мне кажется, потому что там только некоторые рыбы, типа, это, того самого. Ну, говори, блядь, ответ. Ну, я говорю, это правда. Ну вот, да. Не отвечай мы сейчас, да, блядь, молчи. Так это вопрос только ему. До 5 месяцев могут помнить, нихера себе. Это когда только некоторые рыбы. Они помнят, что под бухом ёбнули, да? То, что я их ловил. Да. Давай, я же могу себе кидать опять? Нет. А я случайно себя кликну. Бля, забагал. Ложь. Пиздец, ты обосрался сейчас. Ягоды – это простые плоды, которые прорастают из одного цветка с одним яичником и обычно имеют несколько семян. Гранаты, баклажаны и бананы. Бля, вам надо Аси тоже в минус увести. Мы слушаем. Чтоб все были в минусе, никто финалу не прошел. Ебанись, блядь, что за хуйня? Ай-яй-яй-яй. Ебать, я что-то для себя прозрел, походу. Давай нахуй, ебать. Дай мне. Давай по очереди. Похуй. Так там что, будет все, что ли, с вопросом секрет? Да. Левое полушарие мозга отвечает за логику, правое за творчество. Чупикс? Нет. Блин, на кону 900 баллов. Правда. Мне кажется, тут все. Видать, у вас плохо развито в левом полушарии. Я так и знал, но я решил в обратку себе. Да, да, блядь, тут 50 на 50. Вы можете пиздеть, что вы, блядь, хотели обратное, но нажали на это. Уже третий человек, блядь, об этом говорит. Да в пизду это правда или ложь, блядь. Я-то не говорил про это. Кто читал Евгения Онегина? Сережа. Почти. Почти, блядь. Сейчас, если бы он угадал, он бы сказал бы, бля, я знал, я просто хотел вам баллы отдать. Вы это не проверили бы никак. О, ебать, это изи. Фак. А, подожди. Да, это изи. Ну, я это знаю, пиксаровский мультфильм. Сейчас скажу. А, все, я да, я дебил. Тайна Коко. Молодец. Фух, блядь. Меня только или собака типа смущает. А откуда там собака появилась? Там ходила же псина, да, блядь. Да, да. Не помню, что такое. Ля-ля-ля, Коко Джамбо. Да, ураган. О, спасибо. В ноль вывести хочешь, либо минус 1200, уф, имба. Ну тут уже зависит от тебя, правильно? Да. Так, ну что, заливание правды или ложь? Ложь. Рак — это генетическая болезнь, поскольку в клетках содержатся мутантные... Вот, у меня выдает ошибку загрузки медиа. Что это за хуйня? Не удалось найти файл мультимедиа. А ты через браузер играешь? Что? Через браузер играешь? Нет. Встречаются, к счастью, сравнительно редко. Пиздец.
Мне что-то страшно стало, ребята. У деда рак легких было. Пиздец. Мультфильм? Ё-моё. Фильм. Это фильм? Или мультфильм? Бля, я так и знал, сука. Я не знал название. Я просто топор и дверь. Я просто фильм угадал. Фильм. Это изи. Я бы, конечно... Форрест Гамп, нахуй. Точняк. И нет. Точняк. А, блядь, да нахуй. Нормально, да, там этого актера показали? Осуждаю. Здесь я тупой. А, блин, задолб. Какие че минус полтора? Ты меня в 10 тысяч хочешь закрыть? Ну дайте знат, ой, знат, говорю, Васи, блядь, у него 3600. Сука, из игр охуели, что ли, опять какую-то хуйту. Бля, мне нравится, как знаты просто кидают музыку какую-то. Я говорю, шлак какой-то, бля, ему скидываете. Хуй пойми, что это за музыка еще. Знат на рыбалку ездит под такой музон. Чисто по ямам. Чё это? Да-да-да, на воде. Не знаю я. Блядь. Mortal Kombat 2. Долбоёб, что ли, блядь? Я не играл в него ни разу. Чисто классику не угадал. А чё ты до него доебываешься? Вы никто, блядь, не знает. Вот именно. Да похуй. Будем думать, что знали. Никто не проверит уже. Блядь, у тебя причёска, как у моей бабушки. Я смотрю на тебя, блядь, думаю, на кого ты мне напоминаешь, нахуй. Не, это я этого пародирую. Ё-моё. Blinding Lights сыграл. Кого играл, говорю, пел. В Казахстане. На скотовода, блядь, похож скорее. Не, как его звали? Блядь, сука. Да я понял, про кого ты говоришь, долбоёб, который звонит. Какое аниме? Сюда! Конечно, блядь, сюда. Никто не сомневался. Это какие-то смешарики начало. Нет. Скоро сериал от Netflix выйдет. Подсказку дам. Зарубежное слово и имя долбоёба. Ай, блядь. Ковбой Бибоп. Да, блядь, нет. Такая хуета. И нормально. Ты. Да какое аниме, ну ёб. Хуета полная. Я ваш рот того самого делал. Так, ну я выбрался обратно, да? Да куда нас ты выбрался? Платик. Самый дешевый, да, мне отдаёшь? Давай мне, давай мне, давай мне. Ты хочешь загасить его? Ах ты там 300 рублей. Я рабочий класс? Лор. Ебать, ты работяга, нахуй. Ложь? Да, бля, я разговариваю в микро... выключен микрофон. А, ложь. Алло, ёб. Как, блядь, что за бред? Блядь, все минус и минус, блядь. Мы никто не угадали, поняли, правда? Вы ему нахуй одни музыку отсылайте, бля, мне его жалко, я сейчас ему 5000 баллов начислю. Так это не музыка, бля, это была музыка. Бля, там обратный логик. Бля, там таких дохуя аниме, то, что в голову приходит Кион, конечно, но я, бля, не уверен. Здесь парни, вы смотрели? Да, я, бля, конечно. Хуйню не смотрю просто. Ты слышишь по музыке, что за дерьмо? Бля, не называй это хуйней, это лучшее аниме. Ну, там, я... типа, это гаремник, блядь, и там девочки, животные. О, сюда! Это легендарное, ребят. Я не буду нажимать, сами. Делить. Ну, раз сказал Аси, ну, значит, ну, типа, какой-нибудь Человек-паук, Марвел. Да пиздец, Аси ебал, блядь. О, наконец-то. Я что сделал? Я должен... блядь, как только желтый вышло, я нажал и, блядь... чисто за твои подсказки угадал, блядь. Ёп, бокал полный иксо. Оно скрывает свое лицо. Даю еще один шанс, повнимательно подумай. Подожди, это за привет считается? Привет, окей, привет. Нет, нет, не привет, нет. Боже мой. Я просто думал, крест это XO, там, типа, так. Как полторашка? Блядь. А, это легко, это Шерлок Холмс. Бля, я музыку забыл только что, которую играл, я ебал, бля. Тун-т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 ун-
Шерлок Холмс. Зря, Ася. Не знаю. Ага. Кто это такое? Я вообще впервые вижу, блядь. Я уже слаб. Ральф. Из мультика Ральф. Тато, если ты хочешь мне что-то задать, скажи. Алло, блядь. А. Да, да. Из мультика Ральф. Может, ты назовёшь, блядь, персонажа? Из мультика Ральф, блядь. Персонажа назови.
Из мультика Раль, блядь. Персонаж. Из мультика Раль. Пошел нахуй. Да никто не знает. Ты охуел, блядь. Ты охуел. Пошел нахуй. Ванилла Бонда Кекс. Let's go. Кто именно запоминает? Давай персонажи дальше. Да мне похуй. Прям, по-моему, всего боялся, блядь. Трус. А. Бля. 27. Просто на шару. Какой ответ? 18. 27 будет, смотри. О, почти! 28.04, ебать, нахуй. Давай персонажи добьем, они самые нормальные. Под твоей денюхой умерла. Да ты, блин. Библиотека. 1200, нормально. Что это тихо, за школьник? Молчим, все молчим. А что, сериал или фильм? А, персонаж. Это фильм, это фильм, это фильм. Бля, я не могу знаю. Подсказку дать. Говори, да. Это сын бога. Король Артур, я не знаю, бля, хуй знает. Бля, да. Ой. Король Артур же, блядь, сын бога. Я не ебу, кто сын бога. Иисус. Он сын этого... Посейдона. Посейдона, да. Не, нормально. Мелкий вроде был, я его смотрел, да. Да, там три части или две части. Там, там Кент еще у него был такой, типа... Да, да. Что это? Это Марио Карт. Так это же Крэйзи Фрог, блядь. Да. А из какого фильма? Какая-то параша фантастика, блядь. Не, комедия, комедия какая-то. Да, 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 комедийная фантастика, блядь. Короче, похуй, все равно минус, блядь. Охотники за привидениями. Бля, как ты угадал? Да не, слышно уже, что не угадал нихуя. Кричатеньки! А, да, ну на. О, боже мой. Вам нормально, бля, вы в минусе? А, не, все. О! Нифига! Кто же выиграл? Я! Пиздец мы лошары, нахуй. Не попал уже, нахуй. Просто поздравляю. Легко вообще, не почувствую. Проиграли все в мире. Все проиграли. Прикиньте, если бы сейчас опять, как бы, я, по-моему, пати выиграл бы знат, блядь. Ну просто все проиграли, блядь.